Уроженца города Москвы, гражданин Российской Федерации, закончена высшим образованием, Холостова, студент 4-го курса факультета политологии Национального исследовательского университета Высшей школы экономики, зарегистрированного и проживающего в Москве по адресу Можайская, 64, корпус 1, квартира 207, не судимого, обвиняемого в совершении преступления предусмотренного статьей 280, часть 2-го уголовного кодекса Российской Федерации, установил. Зорко совершил публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационных и телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет. Так, не позднее 11 октября 2017 года, находясь в городе Москве, точное место и время не установлено, Жуков испытывает чувство политической ненависти и вражды к существующему в Российской Федерации конституционному строю, системе государственной власти и представителям, а также действуя по мотиву идейного невосприятия и личной неприязни к ним, осознавая общественную опасность и предвидение неизбежности наступления общественно опасных последствий в виде разрушения общественных отношений, складывающихся по поводу охраны конституционного строя, политической системы безопасности, прав и свобод человека и гражданина и обеспечивающих неупущение экстремизмом, решил привлечь неограниченный круг лиц к своей экстремистской деятельности, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации. Для этого Жуков, находясь примерно в период с 11 октября 2017 года, 27 декабря 2017 года в квартире 207 по адресу Москва-Можайское шоссе, дом 4, корпус 1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя желаемое вступление в подготовил и при помощи своего персонального компьютера разместил информационные и телекоммуникационные сети интернет на общедоступной странице своего канала «Блог Жукова» видеохостингового сайта YouTube, доступные для общего просмотра видеозаписи митинг 7 октября или, как скрывают протест, «Мирная революция возможна, доказательства, митинги, что дальше, бойкот выборов – это лишь начало», содержащие адресованные неограниченному кругу лиц призывы к осуществлению ими экстремистской деятельности по мотивам политической ненависти и вражды, включая насильственное изменение основ институционного органа, органов местного самоуправления и избирательных комиссий. Согласно статье 1 Федерального закона 25 июля 2002 года номер 114 о противодействии экстремистской деятельности, указанные действия являются экстремистской деятельностью. На прошлом судебном заседании судимый Жуков вину свою не признал и указал, что видеозаписи митинга 7 октября или как скрывают протест, мирная революция возможно доказать, что митинги что дальше и бойкот выборов это лишь начало, изготовлены им во второй половине 2017 года с использованием фотоаппарата и ноутбука в комнате квартиры по месту регистрации по адресу Москва, Можайская, 6, дом 4, корпус 1, квартира 207, после чего эти записи он публиковал на сервисе YouTube своего самостоятельно. Этими видеозаписями, находящимися в свободном доступе, он хотел донести до неограниченного круга пользователей свои мысли, которые сформировались у него в процессе обучения в высшем учебном заведении, использовать полученные при этом навыки, а также обсудить с аудиторией затрагиваемые на данных видеозаписях вопросы. Тексты, которые он Жуков озвучивал в указанных выше видеоматериалах, а также сценарии роликов, в своем блоге данные видеоролики, умысла на совершение публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, он Жуков не имел, является противником любых насильственных форм протеста. Вина подсудимого, несмотря на непризнание, утверждается. Протоколы на осмотр предмета документов от 2015 года, мирная революция возможных доказательств, дата публикации 1 декабря 2017 года, имеет 75888 просмотров на 21 августа и 77236 просмотров на 4 сентября 2019 года. Митинги, что дальше, дата публикации 8 декабря судимых уголовных ответственности публикации впервые. Положение характеризуется, могут, получается, в высшем учебном заведении оказывать помощь совместно проживающих с ним членов семьи, в том числе малышей и инвалидов. Отягчающих показания обстоятельств по делу не имеется. В этой связи суд считает возможным исправление подсудимого без изоляции от общества, а потому назначает его наказание с применением статьи 73 уголовного кодекса с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных и информационных телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, поскольку преступление Жуков совершил путем размещения информационных телекоммуникационных сетей интернет-материалов, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности на странице администрируемого им канала «Блог Жукова». Принимая внимание фактические обстоятельства преступления с лишением общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории совершенного Жукова преступления на менее тяжкую. Разрешая вопрос о суде вещественных доказательств, полагает возможность взять Жуков, изъятые по делу исполнения своего жизни, шаги в банк от МАК 233, фотоаппарат РМИОС М50, ноутбук MacBook Air K1466 и NC2925, поскольку по делу не получено достаточно доказательств, указывающих на то, что именно эти предметы использовались Жуковым при совершении преступления, Жуков оказывается изображение змеи черного цвета и сувенирную рекорд, видимо, прибывших уличных при оптической диске в дальних пределах.
На основании должного уголовного статья 297, 299, 304, 307, 209, по Российской Федерации суд преступления по статье 280, часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы. Лишение права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, с использованием электронных или информационных телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 2 года. В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначено наказание в виде лишения свободы считать условным с испытанием срока в течение 3 лет. А обязательно по период испытательного срока не менять постоянного сотрудничества без управления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление условно осужденного, 1 раз в месяц является указанный орган на регистрацию. Первое посещение жука в виде домашнего ареста отменить. В случае отмены условного осуждения за честь назначено жуковое наказание, время его содержания под стражей до судебного разбирательства со 2 августа по 3 сентября 2019 года и время его содержания под домашним арестом с 4 сентября по 6 декабря 2019 года по правилам статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вещественные доказательства по делу статьи Фангельмак 233, фотоаппарат Канонинс М50, ноутбук Макбук М14-66-7-29-25, возвратить Жукову. Желтый план с изображением змеи черного цвета, серебряную фигурку, выпеклёк, не будешь уничтожить. Три антические диска хранить в пределе. Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке. Московский городской суд в течение 10 суток со дня соглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе в течение 10 суток со дня вручения